На ваше рассмотрение выносится проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на 2012-2014 годы. Основанием для уточнения республиканского бюджета на 2012 год является изменение прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы на базе анализа экономической ситуации в стране, о чем доложил министр экономики, и уточнение расчетов, исходя из фактических поступлений по итогам 9 месяцев 2012 года, в результате которых ожидается снижение поступлений в доходную часть бюджета. Об этом я подробно доложил по первому пункту повестки сегодняшнего заседания об итогах за 9 месяцев. Проект предполагает сокращение расходов и увеличение дефицита бюджета для покрытия части указанных потерь. Сокращение расходов не затрагивает выполнение обязательств, требующих безотлагательного финансирования, таких как пенсионные, социальные выплаты, заработная плата, текущее содержание государственных органов, государственных учреждений, предприятий в рамках государственного заказа, приобретение лекарственных препаратов, безопасность и другие. Кроме того, проектом предусмотрено перераспределение средств с целью повышения уровня администрирования и решения неотложных задач текущего года. По поступлениям, о которых я говорил ранее, совсем коротко повторюсь. Поступления на 2012 год определены в объеме 4 триллиона 854 миллиарда со снижением по сравнению с утвержденным бюджетом на 382,8 миллиарда. Прогноз доходов без учета поступления трансфертов уточненного республиканского бюджета на 2012 год определен в сумме 3 триллиона 212,6 миллиарда с уменьшением на 403 миллиарда тенге от утвержденных поступлений текущего года. Налоговые поступления снижены против утвержденного плана на 414 миллиардов и составляют 2 триллиона 951,7 миллиарда. Ну, как уже говорилось выше, снижение сложилось по корпоративному подоходному налогу на 303,6 миллиардов, что связано со снижением валовой добавленной стоимости нефтяного сектора, уменьшением авансовых платежей по горнорудным сопутствующим компаниям из-за снижения мировых цен на минеральные сырья, объемов добычи, освобождением в соответствии с налоговым кодексом от уплаты авансовых платежей по КПН вновь образованной компании по управлению долей в окончательном соглашении о разделе продукции на базе 10% доли республики в Карачаганакском проекте и затем образовавшейся переплаты по КПН за 2011 год. НДС прогноз уменьшен на 117,4 миллиарда. В связи с увеличением возврата НДС на 128 миллиардов. При этом ожидается увеличение НДС по импортируемым товарам на 17,3 миллиардов. За поступление за использование природных и других ресурсов план снижен на 12,5, в основном на добычу полезных ископаемых по причине снижения объема добычи и мировых цен. Увеличение прогнозируется по налогам на международную торговлю внешней операции на 15,6, по акцизам на импортируемые товары 4,9, по неналоговым поступлениям план увеличен на 10,7 миллиардов. По поступлению от продажи основного капитала на 107 миллионов. Расходы. Расходы республиканского бюджета на 2012 год предусматриваются в сумме 5 триллиона 837 миллиардов тенге со снижением по сравнению с утвержденным бюджетом на 179,5 миллиардов тенге. Необходимо отметить, что если в предыдущие годы при уточнении мы перенаправляли ожидаемое недосвоение на проекты, реализуемые с опережением, то сейчас речь идет именно о сокращении расходов, за исключением случаев, требующих безотлагательного решения, позволяющих снизить нагрузку на 2013 год. Министерством финансов совместно с администраторами бюджетных программ проведен тщательный анализ расходной части бюджета. Наибольшие суммы оптимизации расходов коснулись следующих госорганов. По Министерству транспорта и коммуникаций, по проекту «Западная Европа, Западный Китай» сокращено финансирование на 40,9 миллиардов тенге. По Министерству сельского хозяйства 11,8 уменьшено финансирование с целью обеспечения возможности сельхозтоваропроизводителям реализовать зерно на рынке по более высокой рыночной цене и регулирования внутреннего рынка для недопущения роста цен на муку и хлеб, для снижения объема закупа зерна в госресурсы урожая 2012 года. По формированию региональных стаб-фондов продтоваров 4,5 миллиардов, по причине изменения концептуальных подходов по формированию стаб-фондов,
По управлению делами проектирования и строительства клинико-реабилитационного комплекса медцентра управления делами 10.6 в связи с уточнением стоимости медоборудования по проекту. По Министерству финансов с целью оптимизации расходов и в результате экономии бюджетных средств, образовавшись по результатам госзакупок, расходы уменьшены на 7,8 миллиардов, в основном за счет информационных систем и строительства таможенных объектов. По Министерству охраны окружающей среды, по проекту очистка водоемов Щучье, Боровое, Харасу 4 миллиарда в связи с изменением технологии проведения очистки водоемов данной курортной зоны и отказ от просто механической очистки. Оптимизация расходов коснулась также ряд других госорганов. Кроме того, в связи с благоприятной экономической ситуацией в 2011 году рост активов страны опережал рост обязательств. В результате был уменьшен объем заимствований и, соответственно, уменьшение объема обслуживания долга в текущем году на 40 миллиардов. Проект предусматривает также перераспределение средств в сумме 72,2 миллиарда с целью решения неотложных задач текущего года. Увеличены расходы на оказание высокоспециализированной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 22,2 миллиарда, размещение госзаказов в детских дошкольных организациях в рамках программы «Балапан» 6 миллиардов, субсидирование удешевления стоимости транспортировки зерна на экспорт, это уже исполненные обязательства по урожаю прошлого года 10,1 миллиарда, развитие города Астана 12 миллиардов тенге, увеличение резерва правительства на неотложные нужды 5,9 миллиардов тенге, на возмещение ущерба населению за изъятых больных животных в связи с увеличением стоимости компенсации и ее доведением до рыночной стоимости 570 миллионов тенге. Также необходимо отметить, что в соответствии с бюджетным законодательством в проекте бюджета учтены ранее принятые корректировки бюджета, не влияющие на общие параметры бюджета. Дефицит. Проект уточнения предполагает увеличение дефицита до 983 миллиардов тенге или 3,1% к ВВП. Сохранение в 2010-2011 годах и утвержденном бюджете размера дефицита бюджета, не превышающего 2,5% к ВВП, позволяет поддерживать правительственный долг на приемлемом и безопасном уровне и обеспечить возможность определенного маневра в случае необходимости, что сейчас и осуществлено. Со следующего года, ну, как вы знаете, дефицит бюджета в течение 3 лет будет снижен до 1,5% ВВП. Таковы основные параметры проекта уточнения республиканского бюджета на 2012 год. Для того, чтобы в следующем 3-летнем периоде реализация мероприятий, заложенных в основу проекта бюджета на 2013-2015 год, обсуждаемого в настоящий момент в парламенте, шла в намеченных рамках, необходимо принять кардинальные меры уже в текущем году, в частности, путем уточнения, о чем я доложил. Учитывая, что от своевременного принятия уточненного республиканского бюджета зависит решение ряда приоритетных задач, и принимая во внимание весьма ограниченные сроки до окончания года, прошу всех коллег активно подключиться к работе по законопроекту в парламенте. Спасибо.